Всем привет! С вами снова Бьюти Бабушка и очередная распаковка, как вы уже догадались, корейской косметики. Да, ничего нового нет под луной. Давайте посмотрим, что же бабанька себе заказала интересного на этот раз. Итак, новая посылка, новая распаковка корейской косметики. Я заказываю всю корейскую косметику на eBay и мне доставляют ее на данный момент через FedEx очень быстро, буквально за несколько дней. И что самое главное, до двери. За посылками никуда не нужно ходить. Ну, давайте смотреть, что здесь внутри. Так, сколько всего интересного. Ну что, от некрасивого ящика избавились. Будем распаковываться дальше. Так, первый номер в программе. Это маска от корейского бренда Jeojin Cosmetics. Очень люблю этот бренд. Он известен, конечно, прежде всего своими роскошными тканевыми масками. С недавних пор бренд начал выпускать и другую уходовую косметику. У них есть целые уходовые линии. А сейчас вот совсем недавно нас обрадовал ночными масками. Притом ночными масками не простыми, а необыкновенно удобными. Посмотрите, какая прелесть. Вот в таком саше, напоминающем пробничек, находится одна порция ночной маски. До этого у них маски были осветляющие, но сейчас нас радуют новинками. Это маска для осветления кожи, и в ней тоже есть антипигментационные элементы, но разница в том, что предыдущая маска контролировала себум, а эта маска больше специализируется на придании коже красивого, здорового вида, так называемое сияние здоровой кожи изнутри. Я еще эту маску не тестировала, я заказала новинку и с огромным удовольствием поделюсь с вами в самое ближайшее время своими наблюдениями. Вот такая ночная маска. Следующее мое приобретение от этого же бренда. И это активная ампула. История этой ампулы очень интересная. Дело в том, что бренд Jeojin, как я уже сказала, выпускает великолепные тканевые маски. И в одной из его тканевых масок эта ампула была сывороткой-наполнителем. К маске она прилагалась в виде маленьких капсул. Девушки настолько полюбили эту маску и эти ампулы, что производитель прислушался к их пожеланиям и выпустил эту ампулу отдельно, уже без маски. Фактически мы можем взять основу для тканевой маски, пропитать этой сывороткой, получим эту очень известную маску. Ну и теперь, чем же эта сыворотка хороша? Здесь есть экстракт жемчуга, который всегда в корейской косметике занимается борьбой с пигментацией, а также улучшает общий тон кожи, выравнивает его. Даже если пигментации нет, кожа иногда имеет какие-то покраснения, пятнышки, какие-то неровности. Кроме того, это очень хорошая сыворотка от морщин. Кроме черного жемчуга, здесь растительные экстракты, морепродукты, все что угодно. Состав интересный, ампула замечательная. Обязательно о ней напишу в самое ближайшее время. Вообще планирую снять большое видео о средствах бренда от Jeojin. У меня огромная коллекция этих средств, очень его люблю давно, уже много лет с ним. И, наверное, пора бы такое видео и снять. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Дальше. Ну, как дорогие мои зрители уже, наверное, поняли, у меня тут грузовик с джоуджинками перевернулся. Вот такие тканевые маски. Роскошные. От этого же бренда. Совершенно необычные. В основе экстракт граната. Красное оформление соответствующее. Но дело не в гранате. В этой маске есть пудры драгоценных камней. Аметиста, рубина, бриллианта. Кроме того, здесь есть экстракт лососевой икры. Я безумно люблю лосося, очень люблю средства с икрой. Их с огромным аппетитом ест моя возрастная нормальная кожа. Поэтому эта новинка просто не могла пройти для меня незамеченной. И я ее, конечно же, заказала. Как тут красиво все запечатано. Но мы сейчас это великолепие нарушим. Оформление, конечно, роскошное. Посмотрите, какая прелесть. Как это все переливается, все есть, состав на английском, нанесение. Очень красивая маска, очень старались, молодцы. У этого бренда есть одна совершенно провальная линия масок, я в ней о них обязательно в видео расскажу, но в основе своей, ой,
Какая красота, необыкновенная. Знаете, ассоциации с красными бархатными лепестками роз. Должны быть, по идее, с гранатом, с рубинами. Но вот у меня именно так. Какие-то они бархатные на вид, да? В упаковке 10 масок. Я люблю использовать такие маски курсами. То есть в течение 10 дней я вот сейчас буду делать ежедневно такие маски. Ну и потом обязательно напишу о своих впечатлениях у меня на сайте. Ну и, возможно, эта маска войдет и в видео о средствах от этого бренда. Красота неимоверная. Это просто приятно держать в руках, приятно использовать. Хочется как-то трогать, наглаживать. Потрясающе красивая вещь. Следующие две маски – это вот такие подруженцы из одной линии. Выпускает их очень небольшой бренд. Как я уже говорила, в Корее более 2000 разных брендов. И после того, как я протестировала одно совершенно шикарное средство от этого бренда, я начала разгуливать по его сайту, смотреть, что у них есть интересного. И когда я увидела эти маски, я побежала заказывать эти маски буквально в режиме волосики назад. Это маски, в составе которых есть ингредиент лауреат Нобелевской премии. Ни мало, ни много. Маски совершенно удивительные. Здесь два вида масок, и первая из них посвящена столицу Кореи Сеулу, а на второй изображен один из дворцов, из большого дворцового комплекса, в котором 5 сооружений. И этот дворец очень известный древней корейской династии императорской. Роскошное оформление. Настолько все продумано, настолько все четко. На упаковке объяснено абсолютно все, что маска умеет. Состав на корейском, состав на английском, сертификаты, лицензии. Я не знаю, это огромное уважение заслуживают бренды, которые так хорошо оформляют свою продукцию, доходчиво для потребителя. Состав обеих масок богатейший. В начале состава есть ниацинамид, так что обе они являются антипигментационными, но немножечко с разными оттенками у них эффекты. Я буду делать огромный подробный отзыв об этих масках, а сейчас просто давайте заглянем внутрь, что здесь есть. Вот так роскошно выглядят эти маски внутри. 10 штук в наборе. Давайте за компанию эти откроем. Очень красиво. И кроме великолепного богатого состава, здесь еще и очень своеобразная основа тканевой маски. Ну, у нас сегодня с вами простая распаковка, поэтому все не буду рассказывать, а то будет неинтересно ни вам, ни мне. Так, ну и на сладкое еще один взрыв красоты. Роскошная упаковка подарочная тканевых масок. Как раз о них я вам уже рассказывала. Это маски с наполнением из такой сыворотки. И заказала, конечно, по старой памяти. Отличные маски, очень их люблю. Посмотрите, какая красота. Открывается коробочка. Здесь ампулы этой сыворотки. Достаем. А здесь наши красавицы, тканевые маски. 5 ампул, 5 масок. Это маски, конечно, волшебницы. Для возрастной кожи то, что нужно. Гладкая, однотонная, подосветленная кожа. Отлично работает это дело с пигментацией. И маски эти люблю уже очень много лет. Фактически с момента их выпуска, наверное, и использую. Отличное средство. Ну, вот люблю себя порадовать иногда такими красивыми наборами. Можно просто заказать маски, а можно заказать себе вот такой красивый набор. Ну, или кому-то в подарок. Такая замечательная коробка. Все это очень хорошего качества. Все написано, все расписано. Приятно взять в руки. Ну, и, конечно, позолота. Я сорока, я люблю позолоту. Мне нравится. Ну, такие сегодня очень интересные, на мой взгляд, покупки. Надеюсь, что вам тоже интересно на все это было посмотреть. Ну и в ближайшее время на сайте я буду обязательно делать отзывы на все эти средства. И если что-то вам понравится, то я с удовольствием сделаю и видео. Вот такая сегодня получилась распаковка. Я надеюсь, что видео было для вас интересным, информативным. И что вам захотелось чем-то побаловать и себя.
Большое спасибо, как всегда, всем, кто сегодня заглянул на мой канал. И до следующего раза. Всем пока!